В Дагестане пересмотрят нагрузку на бригады скорой помощи. Такое поручение Министерству здравоохранения дал Владимир Васильев. На встрече с главой региона министр профильного ведомства отметил, что сейчас в некоторых районах на врачей приходится от 3 до 7 вызовов в сутки, когда по нормативу должно быть в 2 раза больше. При этом в городах кареты скорой работают с нагрузкой больше нормы. Отмечу, что сейчас в регионе всего 189 бригад скорой помощи. При этом для полного охвата населения нужно больше 260.